Я невменяемый, можно я сразу говорю, я невменяемый? Да, в общем, Жека, тест на дебила, ну такой мини-тест. Что происходит? Чё, алло, алло, чё-то? Чё там за хрень творится? Юля, я сказал в конце троллить ГМУ мешок на голову надеть, а не в начале. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать на Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы в очередной раз будем продолжать троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам, что ты тут делаешь. Я притчи поправляю, ты говори, ты говори. Только благодаря вам мы и снимаем эту серию. Да, ребят, поэтому ставьте огромный палец вверх, прямо сейчас вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Сидит там, что-то плюется. Ой, все. Давай, давай, пока, пока. В общем-то, ребята, я уже все построил и готов вам показать, что я построил. Да, и сегодня, знаете, у меня получился не совсем троллинг, у меня получилось больше прохождения карты такое. В общем, сегодня Эдисон попадет в зомби-апокалипсис. И как только он зайдет на мой троллинг, его укусит зомби, который даст ему слепоту и на бесконечное время. Да, и я скажу, что Эдисон, ты заражен, и ты должен прибежать вот в эту больницу, которая находится вот тут вот, и найти там противоядие. Но чтобы попасть в эту больницу, ему придется пройти несколько испытаний. И в самой больнице, чтобы найти доктора, который его излечит, ему тоже предстоит пройти пару испытаний. В общем-то, все стандартненько. Я не буду углубляться в подробности, узнаете на самом троллинге, а мы приступаем. И не забудьте поставить лайк за наши старания, не забудьте поставить лайк, и погнали. Жендос, я готов, как я уже тоже, я уже тоже готов приступить, собственно, к разбору моего троллинга, да, так сказать. В общем, Эдисон, тебе нужно включить гейммод 2, гейммод 2. Да я хочу вот в ноль. Ну, гейммод 2, да. И, во-вторых, ты должен очистить свой инвентарь и взять вот тот, который я тебе дал, вот здесь. Ты должен это надеть, да. Молодец, молодец. Я надел. В общем, Эдисон, я тебе не буду ничего говорить, заходи и сам все увидишь. Проходи. Ты мне скажи, что, сюжет какой, что мне нет, тут делать, алло? Нет, сюжет я тебе потом расскажу. Все, не хочу я же как-то так. Мне кажется, ты уже понял сюжет, Эдисон, ты попал в зомби-апокалипсис, Эдисон! Эти зомби такие странные. О, нет, Игорь! Подожди, тебе давай слепота? Тебя ни разу зомби не ударил? Эдисон, я прошу прощения, тут форс-мажорное обстоятельство. В общем, Эдисон, тебя заразил зомби. Ты понимаешь, ой, Жека, что такое? Ты в зомби-апокалипсисе, у тебя, понимаешь, у тебя смертельная болезнь. Ты умрешь, если не найдешь доктора и, собственно, не попросишь у него лекарства. Ты должен срочно бежать в больницу, Эдисон, срочно. Ой, больницу, такая больница, зомби-апокалипсис, Жека, больниц нет уже. Ну, да ладно, есть, ладно, есть, вот видишь, больница есть. Тебе нужно в неё попасть. Я ничего не вижу! Эдисон, тебе нужно в больницу. Эдисон, тебе срочно нужно в больницу. Где больница? Ща. Давай, давай, Эдисон, беги в больницу. Ой, не знаю. Не знаю, что это такое, не знаю, Эдисон. Не знаю даже, что это такое. Так, не, я не хочу. А тут больница, тут где-то больница, да, должна быть? Да, вот больница. А, пусти! Во! Куда? Ломать нельзя! Ой! Твою-то мать. Эдисон, это зомби-апокалипсис. Зомби-апокалипсис. Зомби-апокалипсис, только ловушек, это да, это такое, конечно. Я тпхнусь. Ладно, да. Столько ловушек. Ну ладно, Эдисон, давай. Где я был? Где был? Да твою-то задницу, а меня заколебал уже. Ой, Эдисон, ты снимал зомби-апокалипсис со своего канала, а ты попадаешь на такие банальные ловушки. Жек, у меня слепоты нету. Да, если что, все есть. Так, пошли. Ой, какие-то страшные монстрики. Это точно. Ой. А я их вообще убить могу, Жека? Нет, твой вопрос. Наверное, нет. И что мне делать? Тебе нужно как-то пробежать, Эдисон. Как? Я не знаю, зачем ты. Ну вот, давай. Видишь, все нормально. Ты справился. Без паники. Так. Не хочу тут не падать. Ой, Эдисон, ты попал в больницу. Ищи, возможно, ты что-нибудь здесь найдешь. О, Жека, а если мне страшно? О!
Джеком, не страшно. Он так уже мертвый. Эдисон, может, тебе вначале не сюда нужно идти? Посмотри, может... Да, я в подвал вообще не хочу идти, да. Да, лучше вначале не хочу вообще туда идти. Я на второй этаж пойду, да. Ой-ой-ой, Эдисон! Эдисон, дай на зачудище! Ладно, Эдисон, ты выбрал легкую смерть. Я обосрался, когда он стрелять начал, Жека. Что это такое? Это зомби-апокалипсис. Просто, знаешь, такие монстры, мутанты ходят, вот. Вот. Не, ну здесь 20 монстров, может кто не пойдет, может это не надо все-таки. Не хочу я туда. Нет, отстаньте от меня, отстаньте! Эдисон, беги, Эдисон, беги, спасайся. Твою... Спасайся, Эдисон! Беги от них! Да, где он, где за... Так, все, ты вроде всех убил. Молодец, молодец, Эдисон. Кто мне на прошлом троллинге делал такие испытания? Кто мне их делал? Эдисон, это месть. Это просто месть. Я ненавижу такие паркуры, но это месть. Давай, Эдисон, ты справишься. Ты справишься. Эдисон, это легко пройти, это реально, давай. А почему я даже бегать не могу? Можешь. Да не могу я спринт включить, Джека, если чё. Так, ну подожди, ладно, а чё я спринт не могу включить? Давай так. Опа! Видишь, как легко? Да, я просто потолок на тобой убрал, ну да ладно. В общем, Эдисон, подожди, ровно 2 секундочки, подожди. Хорошо. Сейчас, одну секундочку, тут просто доктору нужно приготовиться. Вот, доктору нужно... Доктору? Да, доктору. Какой доктор? Зомби-апокалипсис на двери, открывайте дверь, посмотрим. Кто там? Кто стучится? Сейчас посмотрю, кто там? Давай, открывай, доктор, лекарь. Кто там? Я не вижу, ничего не вижу. Так, зомби, проходите. Ложитесь на кушетку, посмотрим. Что, штаны снимаете, штаны? Укол в задницу дайте мне, пожалуйста. Вы что? Я заразили, доктор. Штаны снимайте. Слушайте, пациент, у вас кажется, у вас ВИЧ. Вам кажется, нужно отрезать писюн. Я вот так смотрю просто своими старыми глазками. Мне кажется, я даже в отеле вижу, какой писюн, доктор. Ничего не надо отрезать. Знаете, я как бы сама-то не умею отрезать писюны, я в этом не шарю. У меня есть тут подручные. Вы хотите вылечиться или нет? С писюном все нормально. Геморрой немного есть. С писюном у вас явно что-то ненормально. У вас ВИЧ, молодой человек. Вам нужно писюн отрезать срочно. В общем, ладно, я этого делать не буду. Но за меня это сделают мои друганы. За меня это сделают мои друганы! Друганы, что их так много, этих друганов? А! Пустите меня! Друганы отрезают тебе писюн! За друганы-то такие? Все, пошел в сраку, не хочу тут быть, как мне двери тут быть? Зомби апокалипсис свой. Плохой из тебя, это... Выживатель... Ой, они за тобой! Беги, Эдисон! Да пожалуйста, да уйдите! Короче, как я понял, ты реально дебил, ну, тебе так нормально, ладно. В прошлой серии ты мне делал тест на гомосека, в этой серии я тебе сделаю тест на вменяемость, невменяемость, на психа, на дебила. Я могу сразу сказать, что я невменяемый. А, ну тогда все, не будем проходить, ну ладно. Просто чтобы подтвердить этот факт, давай. Да. Сейчас, подожди, одну секундочку, сейчас кое-что сделают, мне так не нравится ходить. Нет, не так, вот так. Все. Ага. Да, все. Ну я невменяемый, можно я сразу говорю, я невменяемый. Да, в общем, Жека, тест на дебила. Ну такой мини-тест. Что происходит? Че, алло, че-то? Чё тут за грязь творится? Юля, я сказал в конце троллинга ему мешок на голову надеть, а не в начале. Я не сомневаюсь, они опять сговорились. Юля, только это нужно было делать в конце, по идее, Эдисон сказал. Юля, ты зафейлилась немного. Я с ней договорился на конец троллинга, когда ты скажешь, я невменяемая, а не сейчас.
Так я же сказал, я не меняю. Что, троллится прыгает, да? Ну то ладно. А это что только что было? Я чуть не понял. Я только зашел на твой троллинг. Меня тут пытаются задушить. Эдисон, это уже какой-то не троллинг. Это какое-то убийство прямого эфира просто. Ладно, давай, ну что, я там невменяемый, да, что, да, я. Эдисон, алло, очнись, это я тут невменяемый, а не ты. В общем, Жека, отвечай на вопрос. Вот видишь, у тебя есть две двери. Вопрос, Жека, ты дебил? Выбирай ответ, Жека, ты дебил, да? Выбирай ответ. А есть ответ? Нет. Есть. Нет. Ты куда пошел? Алло. Ай! Значит, не туда, Жека, не туда. Нет, все-таки. Ой. Здрасте. Куда ты пошел? Алло! Ехать надо было, Жека, ехать надо было. Ладно, я понял, и там я умру, поэтому давай я все-таки сюда пойду. Да, ну на вагонетке. Алло, ты твою-то мать, я сказал чекпоинт поставить! Я тут поставил. Ну ладно, давай, поеду сюда. Езжай. Ну тут я тоже умру, я просто вангую. Да, ну да. Алло. До свидания, я полетел. Алло, Жека, ты куда пропал, алло? Прием, орел, сокол, как слышно, прием, я на земле. Ладно, Жека, у тебя вопрос. Тест на дебила, докажи, что ты не дебил, выбери две двери. Ты дебил? Вопрос. Так я уже ответил, да. Ну выбирай, проходи дальше. Так я уже проходил. Ну я как бы понял же сюда, но тут как бы перепрыгнуть не. Допустим, вот сюда можно. Да ну езжай, Жека. Езжай, тебе поезжать надо. Алло. Ну ладно, я еду. Там лава, я здесь умру. Да, я умер. Ой, я жив. Я жив! Офигеть! Умер он! Умер он, да? Так, ага. Сейчас будет самый сложный вопрос в твоей жизни. Самый. Закончи фразу. Угу. Читай и закончи фразу. Угу. Эдисон. Закончи эту фразу. Эдисон говнюк, Жека класс, кто не верит, тому в попу. В принципе, да, ты дебил, но только тут по-другому написано, я не знаю, где ты. Ну ладно, Эдисон супер, Жека класс, ну правда, ну ладно, класс. Кто не верит, тому в попу. Неправильно. Мне кажется, подписчики знают, как эта фраза заканчивается. Жека, каждый подписчик пишет это. Почти каждый. Ладно, почти. Ладно, Эдисон супер, Жека класс, кто не верит тому в пах. Неправильно, не про Жека, ты дебил. Все мы знаем, что ты дебил, но это неправильно. Ладно, Эдисон супер, Жека класс, кто не верит тому в глаз. Нет, Жека, только дебилы эту фразу говорят. Только дебилы эту фразу говорят. Я 500 раз сказал не ту фразу. Я не дебил. Это все жалкая провокация и вранье. Ложь. Только дебил эту фразу. Только дебил. Ладно, Жек. Ладно. Ты уже доказал, что ты невменяемый, да? То есть ты дебил. Ладно, ты дебил. Ой. Ты дебил. Ой, Жека. И поэтому ты попал в психушку. Понимаешь? Да, я тебя в психушке, ну. Ты в психушке. Тебе нужно выбраться с этой психушки как-то. Понимаешь? Или можешь тут оставаться, мне вообще посрать, если честно. Так, можешь тут жить вечно. Я пошел отсюда. Я пошел, Жека. Не, я выберусь отсюда, Эдисон, не переживай. Какой же он дебил? Нет, нужно у меня попросить, чтобы я тебя выпустил. Ну вы выпусти, понимаешь? Меня выпусти! Пожалуйста. Если бы я не подсказал, ну ладно. Ты хочешь сбежать с этой психушки, да? Да. Я готов обстреливаться. Точно? Давай. Да. Фух, давай, Жека. Бегу! Нет, Жека, нет, сейчас умру! Нет, 2 хп! Да. Да не переживай, я справлюсь. А ты не прочекал тут, я не знаю, может что-то где-то было, то есть вот тут где-то, может там что-то, вот да, вот где-то в тумбочках, я не знаю. Я видел алмазную броню, только зачем ты что-то не одел. Ну давай, открывай меня. Жека, ты готов? Вторая попытка. Да, готов. Давай. Беги, Жека, доктор! Бегу! Да какого черта? Так. Ой. Не ломай блок, я случайно. Да идите в жопу, тупой доктор. Или обратно в психушку. Нет, обратно в психушку я не вернусь. О, нормально. Нормально. Ой. В общем, Жека. Поздравляю. Можно я обратно пойду, пожалуйста? Ты
ты выбрался с психушки, да? Но, Жека, я тебе даю выбор. Все мы уже поняли, что ты дебил, да? Ты я сейчас опять буду душить, да? Я как понимаю. Нет. Жека, тебе... Я даю тебе выбор. Выбор. Никогда больше такого выбора у тебя не будет. Ну давай, давай. Или сказать то, что ты любишь Стефана, и жить с ним вот тут благополучно, семью строить, на работу ходить, подгузники менять, понимаешь? Или вернуться обратно туда на улицу и вернуться в психушку, и доказать опять то, что ты дебил и невменяемый. Сложный выбор. Я, понимаешь, я как бы, если я стану Стефаном, это будет как бы не круто. А так меня задушит Юлия. Так что мне делать? Я не хочу смирительную рубашку. Ну ладно, хорошо, давай. Я вернусь в психушку. Ну, тебе нужно сказать одну из двух фраз. Или то, что ты любишь Стефана, или то, что ты не вменяемый. Я не вменяемый. Юля в атаку! Юля в атаку! Душа этого психа! Выбегай отсюда! Юля в атаку! Боже мой, помогите! Подожди, наушники сейчас поломаются, мы могли... Псих! Псих! Убивайте этого психа, давайте! Убивайте этого... Ненормального! Так. Убивайте этого ненормального! Нет, психа. Меня за что? Давай, нет, не трогайся! Все, все, я невменяемый, верните меня обратно в психушку! Обратите меня! Ура, все, я в психушке, ура! Ой... В общем, это, мы поняли, что я сам придурок, вот... Вот. Нет, то, что Жека придурок, дебил, невменяемый. Ну то, что я невменяемый, это ладно. Я как бы изначально сказал, что я невменяемый. Меня сразу убили, как бы не странно. Ну ладно, давай, псих, давай. Да, Юля немного зафейлилась, ну да ладно, и так сойдет. Ребята, ставьте огромный палец вверх, прямо сейчас вот этот видос. Если хотите больше серий с троллингом, чем больше лакомером, тем больше серий будет выходить. Да, и пишите, ребята, ваши комментарии. Пишите их, будем их читать обязательно. И подписывайтесь на наши каналы, ссылки есть в описании. Да. Да, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.